При этом отток посетителей был неравномерным. По данным агентства Vodcom Group, сильнее всего пострадали торговые комплексы Малой площади. В них шоппинг-индекс упал на 35-40%. Крупные моллы, например, «Алмаз» и «Родник», потеряли только 20% покупателей. Не получилось наверстать упущенное даже во Всемирный день распродаж, хотя «Черную пятницу» в челябинских ТРК растянули на неделю. А скидки обещали не на уровне привычных 20-30%, а сразу 50-70%. Всплеск интереса горожан к торговым комплексам наблюдался лишь в июле-августе 2020-го, когда магазины открылись после вынужденного простоя. Посещаемость тогда выросла на 50%, но затем начала уверенно снижаться.